Здравствуйте, уважаемые моделисты. Мы продолжаем серию наших тестов батарей. И сейчас у нас на тесте батарея Onba 1100 4S45C. Вес батареи. То 9 грамм. Размеры. Семьдесят шесть. 23 в большую сторону. Округляем 34. Сопротивление по банкам. Это будет третий цикл батареи. Нагружать мы ее будем шаблонным значением. Для данной батареи это 35 ампер. Не очень много. Но, возможно, для каких-то размеров 150, 160, 170 квадрокоптеров самый будет размерчик. Сопротивление по банкам 5, 6, 6, 6. Так, наш измеритель, который меряет сопротивление, ой, не сопротивление, а напряжение по банкам, немножко стал врать. Батарею мы только сняли с зарядки, и на зарядном устройстве все было ровненько. А здесь у нас сейчас тут небольшой разброс. Произошло это после нескольких ночей на морозе. Не знаю, что с этим случилось, но поменять нам нечем. Мы будем мерить как есть. Поменять не на что. Так. Так, отдано 1009 миллиампер часов и 13,9 ватт-час. Температура батареи 81 градус. В принципе, мы попробуем ее прогнать током 40 ампер. Посмотрим, как себя покажет при токе 40 ампер. Тестирование током 40 ампер – это больше 70% от номинала, но давайте попробуем.
Итак, одна из банок у нас ниже 3,4 просела. Данный вид тестирования мы делаем до 3,4 на банку. Отдано 8,2 ватт-час. И емкость 594. Так, давайте разрядим все-таки до 3,3 током 40, посмотрим, как себя ведет. Ну, если до 3,3, то отдано 906, 12,4 ватт-час. И температура батареи. Максимально, что проскакивало, 77 градусов. Кстати, на шаблонном разряде у нас даже были температуры немножко повыше, но там мы не останавливали процесс. Возможно, это связано с этим.